Всем здорово, ребят. Не думал записывать уже сегодня видосы. Андрюха скинул, поржать, я не знаю, по приколу скинул. Появился у нас на русском сервере китайский Новый год, ребят. На русском сервере китайский Новый год. Ладно, хрен с ним. Ну, я почитал, зашел, почитал и просто поржал. Сплюх. Это локализаторы, которые могут свободно дарить лисицу, нового героя, Мэри, Барда, короче, пофиг кого. Это, в принципе, нормальное явление. Можно хотя бы разыгрывать каждую неделю топового героя, там, Огника того же самого. Но вы просто посмотрите на эти призы. Поздравляем с Новым годом по лунному календарю. Приглашаем вас присоединиться к празднованию этого события в нашей официальной группе. Подпишитесь, сделайте пост, репостик. В итоге дофигища. Ну, самое, ну, нормальное. Я тоже делаю конкурсы, делаю с разными героями, разные вариации. Но у меня намного чаще их дофига, и призы намного круче, нежели у локализаторов, разработчиков IGG. Ну что это за фигня? Космо, Ронин или Анубис? Анубис, которого давали, Ронин, которого давали, и Космо. Ну вот, Космо. И самое интересное, что по одному победителю. Ну, знаете, я вот на это смотрю и просто понимаю, насколько, ну слабые просто, по-другому не назвать. Если вы делаете конкурс, то сделайте нормальные призы. Тем более вы от администрации будете их разыгрывать. В чем проблема подарить даже того же самого нового героя одному человеку? Там второму подарить лиса, третьему подарить барда. В чем проблема? Что от этого перестанут донатить, либо перестанут смотреть? Ну, наоборот, у народа будет больше интерес. Нет. Космо, Ронин и Анубис. Ну и 1500 самоцветов, 50 участников, 75к. Ну, это я не знаю. Я, честно говоря, от таких конкурсов просто ржу. И я решил записать уже этот видос, просто поржать. Да, это халява, это все круто, но, блядь, сделайте нормальный, вот нормальный просто конкурс. Китайский Новый год, ну просто Карл. Китайский Новый год — это такой же, как и у нас был на русском сервере Новый год. Золото и мана по 200 штук. Ну, офигеннейший просто приз за год игры. Ну, просто бомбический. Ну, я думаю, тут не надо комментировать. В общем, поехали дальше. Я хочу сегодня дальше протестировать. Я вам показал новую героиню. И вчера говорил, что я хочу тестануть барда. Максимального барда на угольной армии, пока она открыта. А новая героиня выстояла. То есть очень интересно было на это смотреть. А вот теперь мне интересно, сможет ли бард максимальные прокачки продержаться. Вот такой вот у нас бардик. Мы сейчас его переделаем. 10-10, 10-10. Ну не знаю, у меня вот что-то последнее время прям подгорает это IGG. Начиная с обнов, до ихних нововведений, до ихнего перевода обновлений, отношения к игре. Ну, просто целый трэш. Такс. Поехали, ставим барда. То есть условия, в принципе, все те же. Сейчас единственное, я поставлю сюда бардика. В общем, напишите комменты, что вы думаете. Реально, ребята играют, участвуют. Но, блин, вы же понимаете, что шанс... Даже вопрос, пофиг на те шансы. Просто плюхи. Карл, Ронин, блядь. Ронин и Анубис, которых давали, которых дают на серваках бесплатно. А помимо этого, Космо. Ну, Космо, блин, ну Космо один на столько человек. Да разыграйте 50 Космо. Ну, короче, что тут говорить? Тут и так все понятно, поэтому меня даже, знаете, мне ну нафиг не надо. Я никогда в конкурсах от IGG такого типа не участвую, тем более в группе ВК, но вот это вот просто смешно. На это смотреть, на эти плюхи. И это офигенная новость. То, блядь, репостим мои сюда подарки офигенные, и будет все гуд. У меня подарки намного круче, нежели у вас.
И дайте в строку, что конкурс-то и все, что париться. И все будут довольны, игроки будут довольны, всем будет нравиться. Ну, я говорю, я просто улыбаюсь от этого. Конкурс «Китайский Новый год». Какой бы он там Новый год ни был, сделайте просто нормальные плюхи. Вы же администрация. Что, блин, стоит для вас сделать любого нового донатного героя хотя бы в одном экземпляре разыграть там, не знаю, раз в неделю и раз в или раз в месяц? Но, что я могу сказать? Так, интересно, что у нас в итоге получится? 11-я волна. Ну, то же самое, что и там, в принципе. Ну, бардик-то будет поярче, наверное, по дефу с новой их эмблемой. Вот ладно, еще 1500 самоцветов, это, ну, 3-4 тычки с перками там. Ну, и то, блин, ну, это смешно просто. Да, это халява, ну, блин. 50 победителей по 1500, это еще куда ни шло. Но по одному победителю... Просто бред. Интересно, кто больше набьет? Как думаете, Барт? Мне кажется, наверное, Барт, потому что у него отражалка... Хотя и там отражалка нормальная. 19-я волна. Офигеть. 21-я. Самое интересное, что он такой же, как и божество. То есть один в один. Лям 719-724. Ну, это жестко, ребятушки. Тоже не просел. Ну, интересно, а что будет, если поставить этого? Правда, там герои. Время это собрано так, как надо. Ну, ладно, пусть будет вот так. Побежали на бардика. Я себе, смотрите, как дамажит. Пока на нем демоны, это разбирает героев только так, на изи. Что это было? Походу, что-то было нереальное. Я что-то вообще не понял, каким образом мы только что слились. Как это произошло? Что-то как-то странно. Но Барт, как видите, ему пофиг. То, что значит, просто вводят в игру имбалансные таланты, имбалансные герои. Не тестируют нифига, и в итоге получается вот такая вот фигня. И с одной стороны это круто, с другой стороны это печально, потому что слить Барда... практически в кавычках нереально. Но посмотрим, что будет дальше. Офигеть просто. Гаси, 25-я волна. Вот тут просто мега. 9 миллионов, ребят. 9 миллионов дамага. Это, наверное, просто топчики. Я сейчас ради интереса, хотя я вчера набил нормально. С кем я там... Я бы приблизительно в топе. Топ 16 тысяч. Я вам скажу, это очень даже ничего. В общем, ребят, такие вот дела. Такой вот конкурс, не знаю. Пишите комменты, ставьте лайки. Я уже не знаю, просто меня просто это улыбает. Всем удачного выбивания новых героев. Всем удачи, всем пока.